Так, приветствую, ребята и подписчики канала, зрители. Значит, столкнулся, хотел я отрегулировать здесь осьметр. Мне просто интересно было, где он регулируется. Опять же, это дракон SY252N. Вот, посмотрел схему. Ну, для особо ленивых, чтобы они не искали. Значит, смотрите, вот плата, регулятор осьметра. Вот этот резистор, вот этот. Вот. Этот резистор регулирует осьметр, то есть по приему, ну по передаче не знаю, по приему точно. Вот, вот он регулирует осьметр. Я думаю, это видео будет полезно счастливым владельцам этого волшебного аппарата. Вот, так что крутите только этот резистор и будете регулировать осьметр. Все, всем спасибо за просмотры, 7-3 и до свидания.